счастья, сколько неоднозначного и волшебного заложено в этом слове, сколько непостижимого кроется в смысле этого чувства. На протяжении многих столетий мудрецы и философы пытались отыскать смысл данного понятия и дать общее представление о том, что же оно в себя включает. Но никто так и не смог вывести точную формулу достижения счастья и определить его однозначное понимание. А вот что такое счастье, мы решили узнать у учеников школы номер 3. Счастье для меня – это забота семьи, радость, взаимопонимание, когда тебя люди понимают. А чтобы в каждом человеке было счастье, нужно больше делать добра, надо заботиться о других. Счастье – это когда тебе дарят добро или ты кому-то. Когда тебе хорошо, когда мечты сбываются, когда у тебя есть возможность сделать невозможное. Можно изменить мир добротой своей. А дарить счастье – это когда дарить добро, не обижать друг друга, не ругаться. Дарить добро и говорить теплые, добрые слова. Счастье – это когда человек может делать что-нибудь хорошее. Он восхищается своей жизнью. А что человек может делать для счастья? Он может ее улучшить благодаря тому, чтобы помочь какому-нибудь человеку в трудную минуту. И он может любить свою жизнь и восхищаться ею, что все у него было хорошо. Вот это самые счастливые люди. В моем понимании счастье – это семья, любовь, дружба, здоровье. Это земля, на которой мы живем. Животные, свет, воздух. Вот. А для того, чтобы люди были счастливы, нужно здороваться, относиться к ним с доброжеланием, любить, улыбаться. Мое понимание, что такое счастье, обозначает то, что нужно себя хорошо вести, чтобы остальным было хорошо, то, что ты такой хороший. И хорошее понимание, чтобы сделать остальным людям счастливее, нужно сделать так, чтобы им не было обидно, а не то они не будут с тобой дружить. Я считаю, что счастье – это иметь мечту. Причем, возможно, даже не одну, и совершенно разные, добиться чего-то в жизни, создать семью, влюбиться, чтобы быть счастливым, идти к своей цели. Ты имеешь мечту, мечта – это цель, ты ее добиваешься и становишься счастливым. Я считаю, счастье – это то чувство, которое испытывал каждый человек на земле. Каждый испытывал какую-то частичку радости и какую-то маленькую-маленькую часть этого чувства. Счастье в представлении меня – это когда близкие рядом с тобой, когда ты можешь дарить эмоции и когда ты можешь представить эту маленькую частичку. Когда ты можешь видеть своих близких, можешь дарить эмоции не только окружающим, но и с тем, с кем ты не знаком. А представление счастья для людей, я думаю, что это тоже какая-то маленькая частичка добра или веселья. Для определения феномена счастья хочется вспомнить простую фразу из кинофильма «Доживем до понедельника», где герой пишет в своем школьном сочинении, что счастье – это когда тебя понимают. Люди рассуждают о материальном благополучии, о достижении финансовых благ, но не понимают самого важного в жизни. Достаточно просто понимать человека, чтобы его существование наполнилось смыслом. Особенно важно достичь взаимопонимания с близкими и любимыми людьми.